Ой. Это как приручить дракона. А, это классный мультик. Смотрела первую часть? Да. Я был рожден. Я, кстати, не видела трейлер. По-моему, одну смотрела часть, но уже так. Но мало кто знает, что с ними стало теперь. Частично. Мы с тобой изменили мир навсегда. Уже повзрослела. Получилось! Я так плакала, когда первую часть смотрела. Да. Так мило это было все. Твое место потише и... почище. Эй, братец, ты куда? Гузочка, боже. Посмотри, на лапочки. Он не один такой. Дневная буря. Ой, прости. Хорошо, просто исчезла. Мать драконов. Я обязательно его посмотрю. Это тайный мир драконов. Что-то совместили как будто с Аватаром. Напоминает тебе? Да, похоже, есть что-то. Все как всегда бывает в принципе. Мур-мур-мур. Я охочусь на ночных бурей. Твой дракон последний. Ты никогда его не получишь. Тогда я уничтожу все, что тебе дорого. Нам грозит опасность. Мы должны исчезнуть, будто нас никогда здесь и не было. На кону свобода наших друзей. Давай, братец! Ты ничто без своего дракона. Мне кажется. Задайся! Спасибо! Почему его беззубиком зовут? Будет часть новая. Февраль 19. В феврале только будет. Блин, классно.